Знаете, это другими словами. Ребенка изымают, насильно везут. Насильно. Просто... А как вы его можете отвакцинировать, если мама против и ребенок плачет? Это насилие. Вы будете его хватать, вести в медучреждение. Опишите это, пожалуйста. Как вы это сделаете? Ну, об этом же... Нет, в принципе, есть в некоторых странах есть решение, потому что есть список болезней, которые подлежат именно обязательной прививке. У нас хоть и написано обязательная прививка, но она обязательно... 28-й пункт есть закона. Она обязательно для врача, чтобы врач объяснил, что для чего нужна вакцинация, попытался убедить родителей. Она обязательно для государства, чтобы вакцины были куплены, были на месте. Но у нас любой человек может отказаться. То есть это слово «обязательно» не такое, как в других странах. В тех странах, где были приняты соответствующие законы, они, в общем-то, ограничивают некоторые... А вот, кстати, вопрос пришел. У нас обязательная вакцинация или не обязательно? Нет. Только что я сказал, что у нас написано... Для детей. Если мы откроем... Нет, не для кого. Если мы откроем и прочитаем, там будет написано «облигато вакцинация». Да. Но обязательно, при этом же в другом пункте будет написано, что можно отказаться. Это значит, что обязательно именно для врача, чтобы он не сказал, что я гомеопат, я против прививок, я хочу, чтобы ребенок не прививался. Он должен все равно обязан убедить и рассказать родителям о преимуществах вакцинации. И государство не должно сказать, что сегодня мы прививаем, завтра прививать не будем, потому что денег нету. В общем-то, это обязательно для государства, а для человека нет. А в тех странах, где эта обязательность на самом деле, там используют два способа. Либо какие-то детские учреждения для этих детей закрыты, чтобы не создавать угрозу вспышек. И также второй способ – это определенные денежные штрафы, которыми угрожают родителям, скажем так. И еще, кстати, есть третий момент, мне кажется, в Австралии это было написано, что родители претендуют на определенные пособия, да, и что какие-то определенные пособия достигаются только тем, что родители, правильно себя ведут и в плане создают угрозы жизни и здоровью ребенка не только вакцинами и другими вещами. То есть они имеют право на какие-то более дополнительные пособия. То есть, вот эти варианты, которые Юрий рассказал. Это то, что известно. По сути, да. Как это? Потому что никто наверняка не будет ребенка действительно хватать, как-то выхватывать с криками и колоть тут же где-то вакцину. Но вернемся к тому, что предлагает ИСИПСРКС. Да, я не знаю, как к этому. Я говорит, что Барентес, в принципе, берет на себя заботу о ребенке. Ну. То есть это, получается, технически отделяется ребенок от семьи, и дальше, мы видим то, что приблизительно уже продемонстрировали власти относительно тех двух девочек.